Всем привет, уважаемые подписчики! Сегодня стало известно, что умер актер сериала «Бандитский Петербург» Сергей Алексеевич Сакин. Родился актер 19 августа 1977 года в Москве. В школьные годы постоянно конфликтовал с учителями, из-за чего неоднократно исключался. Сменил несколько школ, в итоге окончил известную школу номер 1234 в районе Нового Арбата. Именно в школьные годы получил прозвище «Спайкер». Так его прозвали американцы, приезжающие по программе обмена школьниками. В 2001 году прошел кастинг на шоу «Последний герой». Осенью 2001 года он отправился в Панаму. Стало известно об исчезновении Сергея Сакина. Как поведали друзья, он выехал из города Мышкино Ярославской области и пропал, хотя на следующий день его ждали в Москве. В его поисках участвовали волонтеры и правоохранители. Спустя несколько дней тело Сергея Сакина было найдено. Следов насильственной смерти эксперты так и не обнаружили.